Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть, да, вместе с утенком Даком. Вот он, привет! С полным массой! Ура, ура! Привет, так, и становится темно или дома, или домой, пока мы не закрыли дверь. Короче, нужно оставаться дома, пока не стемнело, а то иначе дверь закроется. Да-да-да. Вот такая а ситуация. Если останешься на улице, да, то там бандиты придут и накажут тебя. Поэтому да. Мы уже дома с ним. Это, кстати, вторая часть, если ты еще не знал. Ты смотрел нашу первую часть? Обязательно посмотри и подпишись на наши каналы. И поставь лайки. Так. Так. Что? Что происходит? Что нам здесь надо делать сейчас? Я не знаю, сейчас нам напишут. Хорошо, что мы сходили в магазин. Я думаю, мы закажем пиццу на ужин. Пиццу? Окей. О, пиццу бы я поел. Пицца скоро будет. Отлично. Ну, у меня, кстати, здоровье нормально. Займи место пицца за скоро столом. Будет. Пойдем, ага, пойдем за стол? Да-да-да, конечно, пойдем. Так, я вот здесь сяду. О, давай, я вот так, напротив. Напротив, да? О, так. Смотри, там кто-то лестницу потащил. Чего? Ты видел? Я не знаю, там кто-то лестницу потащил. Да, вот. Куда, наверх? Наверное. О, смотри, наверх. Да. Ого! Ой. Секретики! Ничего себе, я не знал. Тут тоже пицца есть. Я тоже не знал. О, тут сковородка есть. Есть какая-то что? Ой, пицца пришла. Пицца. Делись. Чем-то там делись. Это в общем, кто? Открывается дверь. Ага. Слушай, а это доставщик точно? Пиццы. Доставщик кто-то пиццы. Не он в костюме какой-то. Это бандит. Ой-ой-ой. Это же бандит. О, нет. Нет. Ой. А где мы? Мы на чердаке с тобой спрятались. Слушай, мы... Надо победить его! Ой, получается! Ой, молоток где? Молоток. Иду, уходи, это наш дом! Это наш дом! Пошел отсюда! Вот, бегай от него, бегай, отбегай! Ой, отбегай! Ой, он крутится, он когда крутится, убегай! Ой, за мной, ай-яй-яй! Ничего себе! Все, голова кружится, бей его! Прогоняй! Как только закрутится, убегай, смотри, за здоровьем следи! Ай-яй! Беги давай! Ой, так. Ой, где он? А где он? Не знаю. Внизу. Он внизу. Он пропал побежал. Куда-то. Внизу? Вон. Ага, все, иду. Давай, атакуем его. На помощь иду. Все, убегай! Я вон на шкаф залез. Смотри, как он умеет крутиться. Ой. А я за шкаф. Так, о, побежали! Бьем. Атака! Бьем. Атака! Кия! Сейчас мы его победим! Давай, смотри! Давай! Побегай, вот это экшен начал! Все, мы его на кусочки порубали! Yes! Классно! Победа! Отлично. Ура! Так, надо съесть. Ой, яблоко. Какие-то плюсики. Плюсики это кто-то какие-то. Кого-то лечит. А-а-а. Это кто-то кого-то лечит. Ой. Тебя лечат тоже? Нет? Ой, спасибо. Нет, это я съел яблоко. Хорошая работа, время сна. Мы собираемся сбежать из дома утром. Мы пойдем сбегать. Куда мы сейчас идем спать? Мне кто-то лечит. Да. Помнишь, что у нас розовая комната? Моя кровать возле окна. Ага, да, я понял. Так, иду. Ты где? Я иду. Все, я пришел. Все, ага. Ложимся спать. Завтра у нас тяжелый день. А что будет завтра? Ой, завтра будет побег из дома. Ну, серия, значит, началась прям очень шустро так, с экшена, с такого интересного. Еще какого. Ну, что-то так долго, давай я не могу уснуть, у меня бессонница. Нет, я уснул. Так. Опять бандиты опять. У меня молоток есть, и надо их бить. Может быть, это поможет. А я бью их, Я с ними сражаюсь. Вот. Ладно, тебе, вот я одного. Помогу тебе. Нет, слушай. Помогу тебе. Давай. Мы должны... Пошел отсюда! Это наша комната! Это наша комната! Все. Мы все? Да, мы защитились. О, классно. Отпустили его. Так, я убираю свой молоточек. О, у меня жизни какие-то. О, меня кто-то лечит. Меня залечил кто-то. Да. Наша комната была атакована. Так, я хочу посмотреть, может, что-нибудь еще. Что это такое? Сигнализация сработала. Сигнализация, да. А где она? Куда надо идти? Осторожно. Сигнализация сработала. Выгляни на улицу осторожно. Что, на улицу пойдем? Ну да. Ну пойдем на улицу, ладно. Так.
дверь открылась. Смотри. О, настрой осталось. Ой. Сработал, выглядит так. Это грабит, грабит магазин. Да. Магазин, смотри. Это главный, же Ларри. Да. Страшный Ларри. Ужасный Ларри, да. Он энергетик взял, смотри. Газировку. Страшный идет Ларри сюда. Идет сюда. Нам нужно... А что нам делать сейчас? Бежать. Надо. Бежать. Бежать, бежать, бежать. Найди люк. Найди люк. Я уверен, что там безопасно. Где люк? Где? Где он? Где он? Беги за мной, я знаю, где люк. Хорошо, хорошо, бегу, бегу. Вон он подсвечен. Кота, а, главное, не точно. Забыть. Север написано. Так, бежим на север. Все, я спустился. Да, я тоже. Так. О, вонючий тут как-то. Ой, душ. А, я волосы свои заморал. Фу! Ой-ой-ой, я тоже фу, я сейчас про... Ой! Ты куда прыгнул-то? Ой. Ты куда прыгнул-то? Ой-ой-ой. Ты чего? Сюда. Нельзя, ой. Конечно. Как тебя спасти? Я не знаю, я тут бегаю сейчас. Где? У меня жизни вроде бы не тратится. Ой. Ты где? Ты все что ли? Я все, я бегаю здесь до сих пор. Где здесь? А как подняться? Где здесь? Смотри, здесь. Здесь, по-моему, я сейчас... Я тебя не вижу. Продолжаем путь. Она сливается, канализация, смотри. Да-да-да. Беги за мной. Ты видишь меня? Бегу-бегу. Да-да-да. А почему я... А, я упал, ой, помогите! Ой, ты тоже упал. Помогите. Тонет, тонет. Иду. Я упал. Помощь, иду. Где я ты, упал. Где-то? Да вот Мася, я. Мася, где ты? Да вот я тут. Не вижу. Я упал вниз. Ладно, побегу так. А я не вижу тебя. Беги, главное, туда, на выход. А, вот, я тебя вижу, вижу. Все, я иду за тобой. Мы с тобой оба там поедем нечистотам. А как нам выбраться отсюда из нечистот этих? Вообще. Не знаю. А как нам выбраться? Кажется, эта игра заглючила. Нет, это баг. Да, думаешь, мы все уже, мы сгорели? Ну, вообще нет. Ошибка. Ошибка. Ой-ой-ой. О, ты выбрался? Нет. Я до сих пор здесь бегаю за тобой. Ты видишь меня? Да, я вижу. Да, вижу. Как нам отсюда выплыть? Включен имитированная ошибка. В общем, какие здесь ошибки, я не пойму, в чем дело. Ой, ой-ой-ой. Темно опять. Что происходит? Вообще ничего не вижу. Что происходит? Да, я тоже. Не знаю. Ой. Там Ларри появился, Ларри. Где он? Где? Беги. Беги написано. Я не знаю, он там, на платформе на этой. Вот и три сердечка вижу чьих-то. Вон он. Это он его. Он нас не увидит, мы же в канализации. Его сердце. Жалко, так. Что мы подпрыгнуть не можем. Мы бы хотя бы на друг друга бы подпрыгнули бы. Слушай, здравствуй. Меня зовут Страшный Ларри. Ага. Я на всякий случай взял молоток. Он изменился. Как же нам режим изменился. Из этого болота? Время. Да. Покинуть эту игру. Да, правильно. Что за роза без шипов? Так, ну надо смотреть, смогут ли... Ой, шипы! Это что такое вообще было? Это что такое? А? Здесь что темно? Как понять, ой, откуда они... Ай, я ничего не вижу. Так, тихо. Ай! Так, я вроде нашел безопасное место, тут вроде нет шипов. Да. Пока нету. А как нам забраться наверх? Здесь. Не знаю, может быть на шипах подпрыгнуть? Там вон наши ребята, смотрите, они сейчас будут. Да, они пока нормально проходят. Делаешь меня очень злым. Отходи в нашу сторону. А, он глупый. Он не может упасть сюда, а мы не можем подняться. Да, вот бы нам его ударить отсюда. Ну да, было бы здорово. Может быть, мне мишку использовать? Смотри. Пиш, меня не видно теперь. Я невидимый. А я съем печеньку. Ну и что? Мы так и будем смотреть на него? Не знаю. Ну это явно глюк какой-то. Вот, смотри. Он пытается нас поймать, а не может. Ля-ля-ля. Пускай ребята его быстрее там другие, да, ребята. Бьют его. Ой, постоянно темнеет. А почему они его не бьют? Ребята, бейте его.
У него до сих пор три сердечка. Не знаю, боятся, видимо, его. Боятся. Ну вот. А мы вот не боимся с тобой, но мы здесь внизу. Вот, сейчас надо вернуть. Вот, видишь, вот он сейчас. Попробую повернуть ключ на его спине. Поворачивайте, ребята, ключ. Вот, все, повернули. А, одно сердечко, смотри, у него минус. Да-да-да, вижу. Давайте, ребята, у вас получится. Вы сможете победить этого кошмарного Ларри. Да. Так, куда? Он прыгает, смотри. Наверх. Он наверх куда-то прыгает. Мы как зрители какие-то, как нам прыгнуть наверх? Здравствуйте. Что, вставайте, миньоны? Вставайте, миньоны? При чем тут миньоны? А, какие миньоны? Это вот его, это его друзья вот эти вот, бандиты, они миньоны. Ой, нам бы сейчас помочь нашим ребятам, но мы никак не можем туда попасть. Блин. Потому что мы дети, видимо, может из-за этого? Да, да, кстати, может быть из-за этого мы прыгнуть не можем. Никак не забраться. Ну вообще обидно, конечно. Давайте, давайте, ребята, давайте. Давай, 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 давай. Пейте их. У нас какое-то прохождение такое непонятное. А-а-а. Получилось. А ты где, ну, Мася? Я с другой стороны смотрю на этот самый. Я бегу, тебя пытаюсь найти, я никак не могу найти. А может, мы по кругу бегаем? О, бита внизу. Так, ты в какую? Ты в правую сторону бежишь? Вот, 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 вот. Я просто пробежал в другую сторону. Эх, я бы сейчас именно поддал бы. Молоточком. Слушай, смотри, осталась одна. Ой-ой-ой, кажется, все. Кажется, ребята проиграли. О, все. Мы с тобой вдвоем остались. Слышишь? Да, как нам выиграть теперь? Я не знаю. Это будет бесконечная игра, по-моему. Да, я тоже так думаю. Ну и все. Нет. Ну как же так? Обидно-то, да? Согласись. Вообще, глюк какой-то. А может быть, он сейчас остановится, и мы сможем нажать ему на спину и победим его. Может быть. Давай, здесь. Нет, он не может оттуда с платформы уйти. А-а-а, какая обида. Досада, да. Да, согласен. Эх, ну вот такая вот непроходимая игра у нас получилась. Ну да. Ну что поделать. Да. Видимо, тут мы надолго застряли в этой зеленой воде. Mm-hmm. Вот, смотри, вот-вот-вот, видишь, он все остановился, но ничего не получается. Да, надо сейчас нажимать, что-то делать с ним. Ну я вот нажимаю, что-то делаю, не, да, мы не дотягиваемся. Да, мы типа не в игре мы. Эх, эх, жаль, жалко. Жаль. Я, ну, да, я столько припасов набрал, у меня и пиццы, и чипсы. А у меня только чипсы остались, я все остальное слопал. Тоже, наверное, съем все уж. Я заем свою печаль. Все, просто. А я сейчас тоже чипсы поем. Вот, все. Вот, все чипсы съел. Посмотрим, как ты справишься с моими миньонами. Ну, да, там давайте. Уже заново все пошло. Да, все понятно. Мы не можем миньонов ударить. Они, видишь, там бегают, бегают. А все тщетно. Ну, да. Ну что, тогда придется нам заканчивать эту серию. Увы, жаль, что так все грустно вышло. Ну что, друзья, да. Эта серия подошла к концу. К сожалению, мы с моим другом попали в зеленую трясину, из которой не можем выбраться, и игра нам тоже не помогает. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и на канал моего друга Утенка Атака.